Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы продолжаем. Так, чего нам там надо делать? Я, честно говоря, уже не помню, потому что я играл последний раз не сегодня. Давай вообще смотреть, что у меня есть. Воздушные шарики, магниты, номерок, рецепт. А, рецепт, да, и в рецепте было там что-то написано, да? Живительная влага, богатая энергией вода, чистая вода, вода. То есть, все, то есть, вода должна состоять из этих трех элементов, или нужно еще воду плюс ко всему? Ладно, разберемся. Острые бобы, кофейный порошок, добавка, черный порошок. Пока смысла это все запоминать нет, я думаю, я столкнусь с этими вещами по ходу дела. Табличка. Комариная моча, единственное питье на планете. Ха, неправда. К счастью, я не доверяю рекламе. Что ж, я бы сейчас не отказался от стейка. Вот, кстати, я бы сейчас тоже не отказался от стейка. Я вообще хоть от чего-нибудь бы не отказался. От куска хлеба, блядь, я жрать что-то хочу. Я давно просто сижу, записываю, другие там вещи записывал. Даже ничего толком не поел. Табличку я взял зачем-то, я не знаю. Его это абсолютно не парит, ему насрать. Взял и взял, проблема. Кофемашина, закрытый лоток, ну куда? А сюда, наверное, нужно засыпать порошок. Ну подожди, сейчас там мы ничего не можем, правильно? Лоток. Лоток. Ну да, открыл-закрыл. А порошка-то у нас нет, засыпать нам особо нечего, правильно? У нас есть только табличка. Так, это он все уже говорил. Ясно. Да, заткнись ты нахрен. Так, я понял. Да, красная штора. Безупречное представление. Есть к чему стремиться, но для любителя очень неплохо. Это мы тоже берем. Господи, сколько... Блин, мой инвентарь просто множится на глазах. Меня это пугает. Так было хорошо, когда я начал. Тут ни черта не было. Дротик. Да, точно, как будто этим дротиком реально попасть в цель. Ну, давай попробуем ему в глаз. А, у него глаза очками закрыты. Ну, ладно, не получится, значит. Окей. Что ж мы с тобой можем предпринять, мой друг? Здесь вроде бы все, да? Здесь Лонза. Давай, может, еще с Лонза скажешь что-нибудь нам. Что именно я должен делать? Все написано в рецепте, который я тебе дал. Принеси все ингредиенты из списка, а я пока настрою кофемашину, ладно. Похоже, это небезопасно, ты не поверишь. Мне пора. Давай, я буду здесь, если что. Да, надо, наверное, начинать, потому что, блин, еще много чем придется тут заниматься. А, станция спасения снова открылась. Это значит, что теперь я смогу разгуляться на полную катушку. Во-первых, вот, на станцию спасения, там я еще не был. Тут везде куча всего, блин. И все надо осмотреть. Рычаг. Ага, Гизма тут нет. Значит, я смогу незаметно поразвлечься с его режимами. Ты что наделал вообще? Какими режимами? Что это все? Наручники, блин. Да, да, он не может достать, я понял. Нужно будет еще раз нажать. Ага. Вниз. А если еще вниз? Еще вниз давай. Ну-ка, стоп. Столько всего меняется, я не успеваю. Во-первых, полицейский шкафчик. Давай возьмем вот эту хрень. Они казались куда легче, пока лежали в шкафчике. Кандалы. То есть, что, ты не можешь их взять? Угрозы побега пока нет. Ладно, пусть лежат, я так понимаю, или что? Хера себе, а? Вот это я прибыл. Давай тут внимательно еще все осмотрим. Веселящий газ, ух ты. Вот это интересно. Давай, давай, веселись. Клоун среди анестетиков. Хи-хи. Клоун. Такой странный юмор у нашего главного героя. Скальпель. А доктор Гизмо сказал, что палец на ноге Вензеля можно было спасти, если бы не ржавый инструмент. Вот что он ногами все время болтает. Он пытается свой палец вновь прочувствовать или что. Берем скальпель. Вензель — это же этот маленький коротыш, который у него там сидит, я правильно понимаю? Дерево, кстати говоря. Последнее оставшееся дерево. Надеюсь, не завянет. На чем я буду испытывать свои удобрения? А зачем тебе удобрения, если деревьев нет, болван? Вот какой же он все-таки... Ну, в этом и прикол, да. Его специально сделали таким тупым, чтобы можно было угорать. Я это прекрасно понимаю. Медицинский шкафчик. Там ничего нет. Вот хлам заперто. А, отпереть. Бармашинка, скальпель. Скальпелем отпереть не хочешь? Попробуй. Ага, понятно. Не срабатывает. Тогда дротиком. Тоже не срабатывает. Тогда. Тогда все, тогда приплыли. Ни хрена не срабатывает. Бормашинка, погоди. Что она делает?
Не, когда он так говорит, это означает, что ни хрена не получится, я так понимаю, да? Кстати, может быть... Может, можно с чем-то... Я вот думаю, надо еще почаще пытаться... кооперировать вот такие вещи. Для чего? Потому что вот часто такое в квестах бывает, что... ты не знаешь, что делать, потому что у тебя нет необходимого предмета в инвентаре. А этот предмет, он состоит из двух других. Вот в этом проблема, да, и надо всегда знать. Подожди, кандалы, я могу... Наверное, если они слишком тяжелые для него или что-то в этом роде, я могу, может быть, их вот этой красной шторой как-то завернуть. Я не знаю, у меня мыслей каких-то особо разумных нет, это, наверное, заметно. Так, стой, нет. Давай вот так. И... Вот, теперь вот эту хрень нужно взять. Огнетушитель, отлично. Бери. Он слишком тяжелый, чтобы таскать с собой, но это не так важно, потому что я всегда осторожен. И зачем же мне это нужно, блин? Как же часто люди бегали вокруг меня с этой штукой, крича как малые дети. Ну хорошо, дверца, смотри какая-то. Тут дыра в полу. О, пожарный выход. Смотри, ну-ка давай. Ghostbusters! А, и вот я оказываюсь здесь, да? Ну давай доску для объявлений посмотрим еще разок. И туда можно, да? Туда тоже можно, глянь-ка. Лобо ищет себе новый гамак, это правильно, старый был не очень-то огнеупорный. Вы должны быть не младше 6, чтобы использовать этот прибор. Какая же скука. Что-то мне кажется, что в этой игре как-то музончик... Да, вот настройки по какой-то причине не сохраняются. Я уже пытался как-то их... Давай вот так, наверное, как-нибудь немножечко это понизим. Пусть настройки музыки у нас будут маленечко поменьше. Каждый раз запускаешь игру, и оно сбрасывает снова до максимума. Хрен его знает. Чё с этим делать? Какая же скука. Да, давай, наверное, голос ему повысим еще. Раз уж такая пьянка пошла. Громкость речи. Да, вот так вот. Бык! Привет, бык. По-моему, с ним можно что-то сделать определенно. Сегодня дети дядя Руфус покажет вам, как взять кровь у огромного быка. Вот так этого делать не стоит. Да что ж ты будешь делать, а, мудак? Я так понял, да, что это не прокатит все. Табличка, погоди. Сейчас опять скажу. Чего одинокому быку хочется больше, чем бокал охлажденной комариной мочи? Ладно, я использую корову. Самое главное, что это сработало. А что сразу, что я сделал-то? Я все еще слышу смех Тони. Я никогда больше не залезу на влюбленного быка. Это ниже моего класса. Ну смотри, я что-то сотворил. Ага, у быка должна вскипеть кровь, прежде чем я на нем прокачусь, да? Бармашиной, значит, его все-таки. Нет, это не сработает, я понял. Дротиком. Он пялится только на корову, да? Магнитики. Так, ну чё, я к чему-то уже прихожу. Номерок, рецепт, воздушный шарик. А чё с коровой можно? О да, любовь. Теперь никто не скажет, что я о ней ничего не знаю. Может быть, он повернулся этим боком, и мы теперь можем с ним что-то сделать? Не, ну это как бы и понятно, да, но... Я имел в виду непосредственно вот с этим. Вот поднять как-то эту сидушку, например. Так, то есть я должен на нем прокатиться зачем-то. Магнитики тут, ничего никак. Это, конечно, разозлит быка. Но недостаточно сильно, боюсь. А мне надо его прям сильно, да? А-а-а! Красная тряпка, мать ее. Ну-ка давай. Оп! Ох, тебя это расстраивает. Что ж, крутой Матадор ради меня знает, как сделать так, чтобы у быка вскипела кровь. Или какая там жидкость течет в его трубках. Ну, по-моему, какой-то гранатовый сок, мне кажется. Итак, что дальше? Мы можем на нем покататься? А смысл в этом был какой? Скажи мне, Руфус. Еще разок. Ну давай, еще разок.
А это что-то изменит? Понятно, это ничего не изменит. Нам нужно что-то придумать. Воздушные шарики как-то обмотать. Я не знаю. Самое время для Родео. Ну правильно. Для Родео нам нужно что? Нам нужно лассо, нам нужно держаться, правильно? Давай попробуем скооперировать воздушные шарики. С чем-нибудь. Короче, да, нужна какая-то веревка, наверное. О, капот, погоди, может я могу что-то с капотом сотворить. Давай попробуем бурмашиной в капот подырявить. Если знаешь трюк, не обязательно даже использовать рычаг в кабине. С другой стороны, если есть рычаг, зачем какие-то трюки? А, ну тогда дверь машины давай попробуем. Точно, точно. К счастью, я одаренный взломщик. Блин, я уже был уверен, что у него получится. Ну давай скальпель. Погоди, а что-то мне хочется сказать, что дротиком вот этим думаю. Вот это попандос. Давай тогда выбираться отсюда. Я еще не все осмотрел, в принципе. Еще вон куда можно, к цистерне с водой, например. Кран цистерны. Ага, и пошла вода, правильно? Дымоход. Вензель установил защитную крышку на свой дымоход. Что за эгоцентричный тип? Где мне теперь тренироваться в поливках? Какая-то, слушай, какой он все-таки борзый этот тип, за которого мы играем. Труба. А, можно что-то с ней сделать. Ой! Ну-ка, давай теперь. Это что-то дало? Давай еще раз. Оно опять в эту же дыру попадает, правильно? И ничего тут не сделать. Ну хорошо, в переулок, в центр города, давай-ка в центр города пойдем. Пока забьем на это дело. Посмотрю как-нибудь потом, что там дальше. Ох, намучаемся, Руфус, мы с тобой. Ну, ну как бы ты-то вряд ли, а я вот намучаюсь. Тебе пофиг, ты ходишь свои циничные высказывания. Как он медленно идет? Чего он так медленно идет? Магазин Тони. Вот это, кстати, тоже вариант сходить в магазин Тони. Аварийный телефон. Ну-ка, давай. Если жители Кувака боятся за свои жизни, здесь они могут попросить о помощи. Эта штука сорвала не один хороший план побега. Если я так понял, если бы не эта штука, ты бы тут устроил массовый геноцид, наверное, приятель. Я так чувствую, да? Алло, а я хочу сообщить о преступлении. Алло. Отлично, Гизмо, похоже, нет на месте. Но как только ты случайно уронишь трость старейшины в угледную яму, он тут как тут. Я попробую еще раз позже. Это правильно. Как можно позже. Магазин Тони, давай все-таки сходим. Если я войду, ее надоедливым упреком не будет ни конца, ни края. Ну че уж там, покончим с этим. Давай. Моим упреком сейчас ни конца, ни края не будет. Так, посмотрите, как кто вернулся. Сам Ивил Книвил, человек, который поборол гравитацию, покоритель небес, повелитель ветров, путешественник на пути верхней сферы. И вот он стоит передо мной. Кто бы мог подумать? Хочешь верь, хочешь нет, в этот раз у меня действительно получилось. Я был на борту Арганонского крейсера, и он направлялся на Элизиум. А потом ты почувствовал, что слишком скучаешь по мне. Мне пришлось выбирать, прожить счастливую жизнь вдали от тебя, или спасти прекрасную элизианку от ужасной смерти. А, верю. Руфус совершил бескорыстный поступок. Я бы посмеялась, но живот еще не прошел с тех пор, как тебя протащило по свалке. Сейчас он разозлится и сам тебя протащит по свалке, мне кажется. Я тебе докажу, разбужу девушку, и она возьмет меня на Элизиум. И ты пожалеешь, вы все пожалеете. Как работает? Когда это тебя вообще интересовало? А кто сказал, что мне интересно? Я просто проявляю вежливость. Прежде всего, ты проявляешь свою кретинскую сущность. Это потому, что ты заслуживаешь такого отношения.
Чем ты так недовольна? Чем? Ты сломал мой почтовый ящик, разрушил задний двор, сожрал всю еду. И если я узнаю, что исчезновение моих любимых ботинок как-то связано с постройкой твоей идиотской кабины, ты будешь молить меня о пощаде. Я ведь должен был переносить в чем-то порох. Что? Ничего. Так, я хочу кое-что купить. На что? Или ты недавно нашел работу, о которой я ничего не знаю? Да я верну тебе долг, правда? О! Хотел попрощаться, прежде чем покинуть эту дыру. Новые планы, ты свихнулся. Ты никогда отсюда не выберешься. Никогда и ни за что. И это значит, что ты будешь сидеть у меня на шее до конца моих дней. Вот так, не верит она. Не верит она в этого человека с безграничным потенциалом. Может, у нее бы что-то и вышло, если бы она проявила несколько более доверия к нему. Но вряд ли, конечно. Он такой редкостный мудак. Аптечка заперта. Что, снова поранился? Пока нет. А, жаль. Знаешь что? Скажи, когда поранишься, и я хорошенько посмеюсь и дам тебе ключ от аптечки. Ага, хорошо. У тебя тут нигде кофе не завалялся, случайно? А с тех пор, как ты живешь со мной, я пью без кофеина. И даже оно слишком крепкое. Может, мне пора избавиться от кофемолки? Только место занимает. Как и ты. Кофе — это мужской род, ребят. Мне очень нужны ингредиенты. Аптечка заперта. Что за купоны? Мне очень нужны ингредиенты. Если в холодильнике ничего нет, ты больше ничего не получишь. Нет, в смысле, конец дискуссии. Начни зарабатывать собственные деньги и сможешь купить себе еду. Что это за купоны? Подарочные купоны. Относишь их на почту и можешь отправить на них товар. Круто, возьму. Руки прочь. Что? Они не бесплатные. Я думал, это подарочные. Ну-ка, что ты там говорил насчет купонов? Подарочные купоны. Относишь на почту, можешь отправить товар. И нет, ты не получишь их в подарок. Тогда почему они называются подарочные купоны? Мне пора, я тебе уже несколько лет это говорю, но ты все еще здесь. Так. Где он их, во-первых, видел? Ручка, ну-ка. Что за ручка? Вот эти, наверное. А, вот эти подарочные купоны. Ясно. Но это надо ее как-то отвлечь. Что-то он крутит. Кофемолка. Ни одного кусочка не осталось. Похоже, придется искать собственные ингредиенты. Хорошо. Жерть. Смотри. Здесь раньше висела клетка попугайчика Тони, но он не мог с ней мириться, поэтому сделал ноги. Он умер от старости. А, как скажешь. После того, как ты случайно заразил его прогирей. Моя версия мне нравится больше. Это просто ходячая катастрофа. Чувак, смотри на меня. Ты что творишь? Просто... Понимаешь, от тебя все стонут. Ты как ходячая раковая опухоль этой гребаной депонии. Ой, боже мой, хлам. Гири, якоря, железные ботинки, крюки. Все это нужно, чтобы пришвартоваться навеки. Он прям профилософствовал так сейчас неплохо. Давай внимательно осмотрим этот хлам, потому что если среди него лежит какая-то нужная вещь, я просто охренею. Крюк. Какой крюк? Руки прочь от моих вещей. Да я просто смотрю. Смотрят платежеспособные покупатели. А ты выводишь меня из себя, вот что. Назад никуда нельзя, там по лесенке потопят. Так, купоны. Купоны я не возьму, хлам не возьму, ничего не возьму. Можно, конечно, попытаться каким-то образом ее отвлечь. Но как? Можно попробовать запихать в кофемолку воздушные шарики. Она сломается. It says bad luck Rufus on these balloons. На шариках написано «Неудачи Руфус». Интересные шарики у тебя там. Магниты, дротики, скальпели, бармашина. Понятно, не получится. Окей. Ну тогда выходим пока отсюда. Осмотрим, что там еще нам осталось осмотреть. В центр города. А, во-во, это он сюда вышел, правильно? В дом Вензеля, кстати. Это дом Вензеля. У него челюсть отвиснет, когда он услышит о моем приключении. Вот он расстроится, что решил не лететь со мной. Начнет трястись и биться в истерике. Почему я не такой крутой и смелый, как Руфус? Я тоже хочу побывать в приключениях. Но в глубине души он понимает, что у него просто кишка тонка. Да у него депрессия начнется. Ох, вот бы он был дома. У него не кишка тонка, у него рост маленький. Он будет недееспособен в приключениях. Привет, Руфус. Уже вернулся?
Это было очень быстро в этот раз. Да-да, в этот раз у меня почти получилось. К сожалению, как это часто бывает, моя природная доброта мне помешала. Конечно. Это дурацкая природная доброта. Вечно она тебе мешает, да? Еще бы. Ты из-за нее вообще ничего сделать не можешь. Кругом слишком много людей, которым надо помочь. Их всех нужно утопить в ржавом море. Точно. Дурацкая природная доброта. Кстати, спасибо за твое... барахло. Чё? Погоди. Это что, мой сундук? Ты сказал, я могу взять твои вещи, если план сработает. Ну и он же сработал, да? Ты ведь сам только что сказал. Разве нет? Да, да, но... Ну так, да, решено. Так. Ты слышал про девушку с Элизиума? А кто не слышал? Ты с этим никак не связан, случайно? Эй, ты меня знаешь. Когда девушке нужна помощь, я тут как тут. Да и прав. Тут действительно есть какая-то связь. А, я был там, когда девушка упала. Раз ты не хочешь пойти в мэрию, как ты умудрился открыть... Кстати, да. Надо было просто снять замок с защитой от детей. Там была только эта странная палка. Это биолокатор моего отца. Ты так думаешь? По легенде, он всегда приносил ему удачу. Этим биолокатором нашел источник воды, на котором стоит кувок. Да? Если он приносил удачу моего отцу, то почему же он не смог взять меня с собой, когда покинул Депонию? Не имею ни малейшего представления. Так, раз ты не хочешь пойти в мэрию, чтобы попробовать приютить у себя элизианку? У меня была такая мысль, я даже номерок взял. Но потом я подумал, что я могу предложить? Да, ничего. Если бы я был богат или нашел воду, у меня был бы шанс. Но вот так... Я был там, когда девушка упала. Все нормально, это был несчастный случай, я уверен. Нет, все совсем не так. Я спас ее. Ну, конечно, ты спас ее. Может, ты поможешь мне кое-что найти? Опять? Ты еще газонокосилку не вернул? Ах, да, газонокосилка. Лучше тебе купить новую. У старой была дрянная аэродинамика. А, что на этот раз? Твою мать. Ты знаешь, где мне найти жареные бобы? Я знаю только бобы, которых жжет во рту. Не знаю, мне нужно сделать кое-какое лекарство, так что, наверное, мне не нужно слишком точно следовать рецепту, да? Как скажешь. Так, погоди. А, понятно. Но он все равно не сказал, где их найти. А где горох? А, порох? Порох, я вспомнил. Горох, да, чтобы ее распучило, короче, эту даму, и она проснулась, да? Каждое второе изобретение взрывается. И знаешь, что каждое первое не взрывается. Чистую воду. Она существует только в легендах. И что, весь мой проект легендарный? Есть легенда, что твой отец однажды нашел чистую воду. Благодаря этому он стал мэром Кувака. Говорят, что в мэрии до сих пор спрятано несколько бутылок. Таков мой папаша. Покинул Депонию, вместо того, чтобы передать мне свои богатства, он их спрятал. Но он хотя бы оставил тебе биолокатор. Может, с помощью него можно найти воду? Мечтай. А оживительную влагу? Я когда-то слышал, что кровь быка обладает О! Так, так, так. Хорош пиздеть, ребята, кровь быка. То есть надо как-то выкачать из него эту жидкость, да? Хорошо. А богатая энергия в воду? Это еще что такое? На ум приходит только энергия из машины аккумуляторов, которые валяются повсюду. Следовало догадаться, что ты не дашь мне дельного совета об энергии, лентяй. Понятно, значит так. А про порох он что сказал? Про порох он не знает. Про жареные бобы он, по сути, тоже особо не знает. Да. Значит, вода где-то в мэрии, живительная влага — это у нас бык, а богатая энергией вода — это аккумулятор. Давай тогда тут. Да-да-да. Ребят, все, я уже устал от вас. Потому что ты мелкий. А, он прикалывается над его ростом, да, я понял. Увидимся позже. Точно. Берем биолокатор. Это семейное наследие. И что? Подарок есть подарок. Ох, как же мне не терпится испробовать его. Может, я найду поблизости родник, и когда разбогатею, мы поделим все 50 на 50. И я могу одолжить тебе биолокатор на пару часов. Так, погоди. А как же мне тогда быть? В подвал. На кухню. Здесь абсолютно вроде бы ничего нет. Ну, в центр города, понятно, мы пока не пойдем. Мы еще не все исследовали в доме этого маленького чувачка. Давай сходим на кухню. Топка. Туда что-то можно забросать.
Шарики. It tasted... If only the balloons weren't sagging, like Wenzel. Если бы только шарики не съеживались, как Вензель. Бедный Вензель. Ты его, наверное, достал. Лезвие затупится. Вдруг придется сделать операцию на сердце. Давай это попробуем. Да, блин. Возьми. Ну, взял. Это он тоже не хочет использовать. Дротиком он туда тоже не хочет. Ладно, тогда хрен с ним. Губка, смотри. Взяли. А здесь ничего не открывается. Что же можно сделать? Не, ну можно попробовать губку запихать в топку, кстати говоря. Ну уж нет, я пока не хочу выкидывать губку. Вот это вот похоже на нарисованного планктона с глазом. Вот издалека я так смотрю, мне почему-то так показалось. А, то есть он ее открывает, закрывает, да, в принципе, ничего особенного. Ну все, тут я все осмотрел, губку стырил. А теперь в подвал. Давай спустимся. В гостиную. Нет, в гостиную не надо пока. Так, труба. А до меня, кажется, дошло. Все, я понял, что делать. Сейчас выходим отсюда. В гостиную, да? Топка, я ее открыл, да? Топку я открыл, отлично. Теперь выходим. Так, в центр. Городским воротам. К цистерне с водой. Отлично. Так. Бьем по трубе. А, не, не надо бить по трубе. Зачем я ударил по трубе? Это не имеет никакого смысла. Просто кран цистерны. Дергаем. Сейчас ему там всякого говна набежит, наверное. Я правильно понял? А, нет, смотри. Все с ним в порядке вроде. А ну, в гостиную. Не, ничего не поменялось. Все, до меня дошло. Там надо... Блин, там надо каким-то хреном открыть... Да-да-да. Там надо каким-то хреном... Во-первых, открыть вот эту трубу, по-моему, в нее не проходит. Во-вторых, направить эту трубу на эту трубу. Вот что нужно сделать, да. Да, но он же установил защиту, правильно? То есть каким хреном я буду? Это интересно. Так. Ага. Ну-ка, погоди, еще раз сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Кран цистерны. Ну-ка, давай. В центр города. Не, ну а мне же надо как-то... Угу. Угу, я понял. Ладно, сейчас я буду смотреть, что можно вообще сделать. Губка, может... Какая нахрен губка? Как она может... Я не знаю, как губка может мне помочь, честно. Воздушными шариками может привязать. Nope, this is the day of my... Just a second. It's... I'd rather... I could hit... It's happened. I can't drill in... Oh, I was wrong. In fact, I can. Я что-то сделал? I can't drill into the town's water. Oh, I... Так, погоди. У тебя что-то получилось, что ли? А ну... Да ничего у него не получилось. Он сказал, что он может просверлить, вроде что-то просверлил, но он ни хрена не просверлил. Скальпелем давай пробовать. Скальпелем ничего не делается, бармаш дротиком. Так, хорошо, пошли тогда в мэрию. Так. Посмотрим, что у нас в мэрии. Автомат с номерками, номерок я взял. Рычаг, ага. Часы работы. Лотти. Чё, говорить с Лотти смысл? Не вижу, уже общались. Так, поэтому на почту нас не пускают, в кабинет. И в кабинет мэра нас не пускают. Только в зал заседаний. Но в зале заседаний, скорее всего, воду мы не найдем, потому что это было бы слишком очевидно, да? На сцену. А это куда ведет? Дверная ручка. Вот это вот никуда не ведет, я просто уже реально не помню. Картонная коробка какая-то. Гизмо, да. Ну, с Гизмо я уже общался, в принципе. Так, сколько это все длится? 29 минут, мать его. Ну, давай хоть до чего-нибудь сейчас додумаемся. На сцену. Нет, с этой ничего сейчас не выйдет, я так понимаю. Надо, наверное, вернуться опять к быку, я так подозреваю.
Вообще, как бы, прикол в том, что у меня есть эти магнитики, я бы, по идее, должен их отдать там кенту в переулке, но он их почему-то не хочет брать. То есть он же хотел магнитики, но когда я пытался ему их всучить, он их почему-то отверг. Вот он сидит. Вот, пожалуйста, магниты. Ханек. No, thanks. Oh, this is what you... Sure. Да, не берет. I always thought duty... Doesn't it? Не берет он по какой-то причине магниты. Так, в бар. Погоди, ну в бар пока смысла нет. Что мне в баре делать? Я еще ни одного ингредиента толком не раздобыл. На станцию спасения пойду. Здесь там наручники какие-то. А вон, кстати, что-то еще за решеткой. Ну-ка, давай поднимем. Ага. Мне нужно, чтобы эти наручники оказались там каким-то образом, правильно? Огнетушитель. Взять с собой нельзя. It's too heavy. Doesn't matter, because... Да, взять огнетушитель с собой нельзя. Since the retirement home sunk into the ground, maybe our justice system is working. Так, кандалы он тоже не возьмет. Он это ничего не возьмет. Решетка камеры. No great in the world. There. It... Ну вот она двинулась. Пока ты моргал. Не, чувак. Не прокатит. Я не такой дебил. Тем более, что я не моргал, кстати говоря, по-моему. Давай, опускай. Поехали, пожарный выход. Сейчас будем с быком рассуждать в таком случае. Бык. Здорово, бык. Как же мне, собственно, вот взять у тебя... Не-не-не, зачем ты на нем кататься? Не надо на нем кататься, пошел. Нет никакого смысла. Давай попытаемся его, вот этой вот очаровательного сиропчика, его раздобыть. Губка. Можно попробовать как-то с губкой что-нибудь. The bullet time. А, красная штора, погоди. А я, может, well, могу... An accomplished matador like me, так, no... так, понятно, погоди. А может, я могу что-то еще с красной шторой сделать? Time. Просверлить там, прорезать в ней что-нибудь. Какой кошмар, а? Time. I'd rather not. Ну тут понятно, тут он опять залезает. Короче говоря, это не просто будет, это будет не просто. Ну чё, в принципе, небольшое продвижение в серии есть. Еще разок. Значит, продвижение заключается в том, что я увеличил свой инвентарь, я поговорил некоторые диалоги, скажем так. И уже в следующий раз я буду додумываться, что тут делать дальше. Потому что сейчас у меня ни хрена не выйдет, я это уже понимаю. И когда уже додумаюсь, я начну запись с того момента, как я до чего-то додумаюсь. В общем, так. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий, ставьте лайк. Заглядывайте в описание под видео, там есть плейлист на Депонию, многие другие игры. Ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.